Ярослав Петрович делится секретом Global Life на кухне для шеф-повара токийского ресторана. Сие блюдо будет подаваться с медом. Global Wave фруктовый. С гречишным медом. Вот, пожалуйста, обратите внимание. Ну вот. Дорогие друзья, выглядит очень аппетитно, свежо, презентационно. И всегда можно поломочку как бы брать во время разговора. Знаете, кто отвлекает курить, там еще что-то, как мелкая моторика. И приятно удаляет сок. А вот и человек, ради которого мы здесь сегодня собрались. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Подготовил литературу, буду с примерами. Оперировать... конкретными книгами, страницами, абзацами. Нет, да. Вряд ли абзацами. Тезисами. Как пойдет. А пока докладчик будет докладывать, сейчас мы проэкспериментируем. Можно будет в определенных моментах. Это вечный двигатель на воде или эфир в шоколаде? Эфир в холодильнике. Хочу продемонстрировать пока. Бахат, сядь, пожалуйста. Да. Не-не-не. Наоборот. Наоборот. Поглубже. Вон так. Ага. Все, площадь рядышка. Интимная процедура. Не, хорошая процедура. Наоборот, я думаю, что это станет очень модно, чтобы подчиненные приходили к начальнику в кабинет на разговор. И начальник с ними разговаривает, а подчиненный в это время, или наоборот, начальник подчиненному массирующему. Да, правильно. И что-то там рассказывает, там, Иван Иванович, я вас очень прошу. А потом подчиненный начальнику массирует, чтобы как бы... А потом вместе они. Хорошо. Ну как оно? Хорошо. Ну да, процедура сближает. Вот я это обкатываю сейчас в больнице, делаю маменьке, соседкам. А кто это сделал? Ну, это человек, не знаю. Ну, это в России или в Бразилии? Нет, это не... Китайская технология. Китайская технология. По фэншую. И я тоже с китайской технологией сижу. Знаете, что это такое? Рассказываю. Хвались. И вот это что такое? А это магнитные штучки. Это магнитный браслет, а это турмалиновая пластинка. Она от Солнца заряжается вообще, ну как бы не от Солнца, а от той тонкой энергии такой космической, которая идет. И является источником высокочастотного гармоничного излучения. И на ночь магниты сюда ставлю, и потом ты сказал, нет, эта штука. Это вот от смога всякого тонкоэнергетического, ну все эти волны диссонансные. Ну все, вот я вас подготовил. Спасибо большое. Да, спасибо за рассказ. Все в магазины, все под запись, все на телефоны. А там можно, там китайцы, вот сейчас, мне кажется, снесут всех этих производителей гигиены женской традиционной, потому что они не просто это гигиеническое средство, а это еще профилактическое, там терапевтическое. Они выпускают прокладки с турмалином. Мужчины покупают это и используют для лечения геморроя. Но очень эффективно. Сейчас делают пластыри турмалиновые. Вот муж моей сестры, он за 70, у него спина болела. И он думал, что это уже на всю жизнь. Навсегда. Навсегда, да. Так уже привык, знаете, когда уже вот так чуть-чуть организм присылался. А тут раз, полчаса этого пластыря и двух. И все нормально. И в чем там природа этого воздействия? Вот сейчас энергизируется пространство за счет потока высокочастотного. Все больше и больше, и здесь вот копится. А мы еще сами не все эти частоты пропускаем. И таким образом, что такое там?
духовное развитие. Это как раз прокладывание многомерности связей на другом уровне. И тактовая частота другая, больше объем процессов. Процессоров – это вот сверхсознание, вот это что называется. Если говорить про информационность и про физику, и про организм, это же прибор все-таки, ну, тело. Ну, реально, гениальный, но там не только он гениальный, тут много ангельских сущностей у каждого служит для того, чтобы все это работало. 12-13 ангелов – это только тело. Это очень-очень высокие светлые сущности, которые, ну, типа, в служении. Прекрасно, прекрасно. Ну, угощайтесь, дорогие друзья.